Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас, как всегда, приветствует компания WinOption Signals. И сегодня мы будем рассматривать стратегию для бинарных опционов Golden Engine Trading System. Данная стратегия является авторской разработкой и изначально создавалась для рынка Forex, однако ее можно легко интегрировать и применять в торговле бинарными опционами. В ее состав входят три индикатора, но особое внимание мы будем уделять всего двум, так как они дают возможность заключать быстрые сделки с экспирацией всего в 200 твичи от текущего таймфрейма. В конце статьи вы, как всегда, сможете скачать шаблон с индикаторами для данной стратегии. Но если вы решите устанавливать их самостоятельно, то в индикаторе Golden Finger придется поменять параметр риск со значения 4 на значение 6. Все остальные индикаторы можно устанавливать с настройками по умолчанию, изменяя только цвета. Если же вы не знаете, как правильно установить индикаторы и стратегии, то вы можете посмотреть видео прямо в данной статье, в котором подробно рассказывается о том, как устанавливать индикаторы и стратегии в терминал MetaTrader 4. Теперь давайте перейдем на реальный график и рассмотрим все правила работы по данной стратегии. Для удобства у нас уже был выбран шаблон нашей стратегии. И первый индикатор, который мы обсудим, это Golden Verite, который находится внизу. Одно из правил данной стратегии говорит о том, что перед входом в сделку данный индикатор должен показать как минимум два значка одинакового цвета. Но чем больше таких значков, тем сильнее сигнал. Самые нижние крестики также относятся к данным значкам, и зеленый цвет подходит к сизому цвету, а красный цвет подходит к желтому цвету. Соответственно, данный сигнал был бы полностью верным, так как у нас есть все четыре показания. То же самое можно сказать и за сигнал индикатора в этот раз, так как здесь тоже были все четыре показания. Но, как уже говорилось ранее, достаточно и всего двух показаний, как в данном случае, где у нас есть всего два одинаковых цвета. Следующий сигнал, который необходим для входа в сделку, будет показан одним из индикаторов на графике. Но не исключено, что и два индикатора могут дать одновременный сигнал. И как уже можно было догадаться, сигналами является одна из точек, либо смена цвета линии индикатора. И когда сигналы от нескольких индикаторов появляются вместе, в такой момент можно открывать опцион call или put в зависимости от цвета. Также хочется отметить, что индикатор Golden Finger, который рисует точки на графике, имеет встроенный алерт, что делает торговлю в разы удобнее. А теперь давайте перейдем к реальным сделкам и проверим данную стратегию в работе.
Вот такой результат получился по трем совершенным нами сделкам с помощью данной стратегии. Прибыль составила около $130 за 6 минут, если считать по экспирациям. Также хочется отметить, что сделки, которые мы совершали, были без учета тренда. Но для максимальных результатов лучше всего всегда определять тренд и работать только по нему. И, конечно же, не забывать про правила money management и соблюдения риска. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые обзоры полезных индикаторов и стратегий. Желаем вам удачной торговли!